Здравствуйте! Добро пожаловать на очередной влог. Здрасте! О-о, семейство в сборе. У нас сегодня шикарная погода, и мы хотим выехать. Покажем вам, где мы живем. Да, на Лиман! На Лиман. Насколько Одесса, можно сказать, в каком-то смысле уникальное место, потому что здесь пейзажи... Уникальные, не можно сказать. Это уникальное. Да, здесь очень разнятся пейзажи от исторического центра, где очень красиво и интересно, до... Куяльник, вот мы сейчас поедем, буквально пару километров от нашего дома, чуть больше километра, наверное, даже на самом деле, и там опять этот хор завелся. Вовлог, да-да, захотели наквакать. Короче, очень красивые пейзажи, там, где мы снимали обзор на Peugeot RZ. Знаете, я туда приезжаю, у меня осталось впечатление, что это вообще не Украина, а какая-то Кения, что ли. Сейчас все увидите. Грузим электромобиль. Форд, и Артем там будет кататься. Вот такая она сточила, на зарядке стоит как раз. На меня реагируют? Вот твари. Или на камеру? Квак-квак-квак, да. Машина. Да, хорошо. Ой. Погрузили он электромобиль. Да. Да? Да. Бум. Соскакивай. Опачки. Опачки. Что, влезли? Что, влезли. Поехали. Поехали? Поехали. Открыть даже пока мы по чуть-чуть едем. О, никогда не открывали его. Первый раз открываем? Не, ну я редко. Сейчас просто. Сейчас птичка такая, срунь. Срунь. Почти что кабриолет. У нас домик получается загородный. То есть мы живем буквально там минута, и мы уже в городе, я считаю. Но здесь зато спокойнее, природа шикарнейшая. И рядом такой заповедник, что ух, что. Облака. Облака? А тут все красиво. Папа, ты знаешь, что я буду сам ехать на Лимане? Сам? Сам. Ну мы же везем твою тачку, вон она там сзади. Будешь ехать, что же? Мы будем тебя везти. Или сам? Или что? Мы уже близко к Лиману. Ну да, Лиман уже видно. Да, вон он. Лиман прямо, а да. А кто это там ходит? Ну люди. О, тут дорогу сделали, прикиньте. Да. Смотри. Ты что, не знал, показывали, нет. Что делают? Ни хера себе. Прикольно. Всю жизнь она развалена была. А что за слова? Ох, Тёма, коров. Тёма, сафари. Они сейчас там, я надеюсь, машина не покоцают? Не покоцают. Ой, 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 там кто-то бежит, бык бежит. Ой, страшно. Точно? Ой, ой. Я боюсь всегда, когда они так идут. Хотя в детстве я с дедушкой. Коровы. У моей бабушки были коровы, это и вот здесь бабушка жила. Коровы. И да, я с дедушкой правильно. Ходила за коровками. Все мое детство. Так это помню хорошо. Кстати, вот именно сюда. О, Лиман. Здесь прикольно. Это Лиман, что ли? Нет, это Ставки, а Лиман вон там. Чуть дальше, вон там. Это походу река. Ставок. Здесь пресная водичка, по идее. Сколько не по идее, а пресная. Где моя сирень там? У соседей растет. Так, Форд начинается оффроуд. Форд встретил Форд. Там как? Форд нормально? Встретил Лиман. Еще буду кататься. Хотел, будешь да. кататься, да? Хотел еще как. Хотел еще как. Этому ребенку только повод дай. Не говори. Вот он за любой движ. Вообще, Артем у нас реально за любую движу. Да, сынок? Любой кипиш. Главное, что во дворе. Главное, не голодовка. Ты против голодовок?
Слушай, там может быть закрыто же. Да. Там закрыто. Отлично. Походу приехали. Приехали хлопцы, называется. Будем искать обходные пути, если найдем, конечно. Это что было? Генератор. Генератор? Мы с таким рвением сюда приехали. Не говори. Оффроуд. Что, страшно? Я ненавижу такие дороги. Я тут как-то с папой ехала. Но это была 80-ка крузор. И шо? У нас флекс. Мы уже ничего не говорим. Не? Не. Да проедем, Тём, проедем. Ну, конечно, проедем. Будет сложнее. У вас опытный водитель тут. А ты опытный? Еще какой. Еще какой, да. Кто тут? Ой! Она катится вперед. Дальше сиденье не укатится. Шо? Сейчас она как в лобовуху улетит. Все, уже не скатится дальше. Тут Женька, она... А назад как? Она ж будет в стекло упираться. Боже, какая ты странная. Будем ее проезжать. Да! Вот по таким дебрям катаемся, увидел. Вот это не хочу царапать бампер. Смотри, фени. Все, хорош. Флексик. Пушечка. Да. О, добрались. Наконец-то, да, Тём? Тем не менее. Вот только посмотрите, какая здесь красота. Ну, сейчас все зеленое, а на самом деле летом здесь не совсем настолько все. Не, ну зеленое, но, знаете, такое впечатление, как будто какая-то Кения. Что вы видите? Такой себе местный заповедник. Здесь обычно много людей, но как война началась, никого нет. Основной въезд перекрыли, мы знаем, он альтернативный. Никого нет дома. И вот такая тут красота. Это лиман Куяльник. Огонь. Все, мы на лимане, сейчас буду катать. Да? Катать будешь? Давай на газон там встанем. Никого. Ну, чтобы я не сбил. И ни души, да. Папа сейчас припаркуется, не переживай. Красота. Да. Еще какая красота, да, пап? Угу. Так, ну мы можем уже тут с той стороны где-то стать. И тут прям пространство, просто огонь. Лиман. Мы прям тут снимали, Арцизя? Ну, ну там. Лиман высыхает. Тёма, посмотри, какая красота вот. Так, стоям. Просто огонь. О, прохладно. Опа! Пространство, просто огонь. Смотрите, и никого. Вот такой заповедник у нас буквально там, я не знаю, километра два от дома. Какие-то животные следы он истоптали. Чайки или кто это, не знаю. Помнишь историю про поле? Здесь она рабочая. Как вам пейзаж? Вообще ни разу не Украина, да? Кения чисто. Ha ha ha.
пару минут и едем, потому что тут как-то открытое пространство и такой воздух прохладный. Коса идет, чтобы вы понимали, аж хрен знает куда, там просто конца и края не видно. Отсюда ракурс не очень заметно, вот. Идет, и аж на другую сторону, грубо говоря, где? Практически на куяльник. Где-то вот до туда она доходит. Короче, прикольно. Пошли, у него руки ледяные. Да? Ну что, поехали, сынок, прохладно. Запрыгивай в машину, грейся, потому что прохладно. Ага. Нет, тело теплое, руки холодные. Нормально, кстати. Переживет. Мы сюда не часто приезжаем. Ну, с начала войны вообще мы ни разу тут не были, на самом деле, но здесь прям очень круто. Раньше любили сюда приезжать. Люди сюда приезжают посниматься, пофоткаться. Ну, сами видите, какие пейзажи. И прям под домом. Вот это кайф. В моих мечтах когда-нибудь купить квадрик. И на квадрике тут рысачий. Тут просто миллион всяких дорожек, где можно было бы прям вот классно покататься. Классно на лимане, Тёмочка. Замечательно погуляли на лимане. Замечательно, да. Чего? С этим, блин. С чем? Надо было вызвать такси и поехать спокойно на лиман. Так сюда такси не едет, сынок. Почему? Ну здрасте, какое такси сюда приедет? Ты же шутник. О, жука. Что, жучка испугался? А хочешь мы его потроллим? Ромканем. Смотри, смотри на жука. Женя, ты что делаешь? Жень, пожалуйста, не делай так больше. Да ты ой, что ты его расквасила немножко. Ты что, блин, а, он там ой? Еще? Чему ты его учишь? Я ожидала, что я думала, ты вызнешь его водой или что. Но что ты сейчас так сделаешь, честно, я не ожидала. Ужас. Ты меня расстроил. Кошмар. Кошмар. Давайте про кошмар. Так, начинается самое интересное место, да. Которое Алина любит очень мне сильно. Я уже, честно говоря, Артем так вытребовал, нервишь, и уже, мне уже пофиг на этот заезд. Расквасил этого. Жука. Ну, зараза такая. А, я не думал, что он так сделал. Ну, он шикнет не по водой. Ну, реально. Тут... Шмяк. Ты шо, а шо? Ты чему дитя учишь? Да, Тёмочка? Ужас.